Ох уж эти неугомонные сестры Олсен. Что творят эти сестры? Да что ж такое? Однажды в Риме, год 2002, мы в прошлом. Это летний вайб. Это приключения сестричек. Ничего такие девчушки. Что творят? Стив Порцелл подарил нам это безумие. Безумие просто. Эшли Олсен, Мэри Кейт Олсен, Лесли Данон, Джулиан Стоун, Микеланджело Томмазо Йокарны. Бабай. Премьера в мире 26 ноября 2002 года. Это не летние приключения, разве? А это осенние. Итак, шестеро счастливчиков были отобраны и прибывают в Рим в качестве стажеров для работы в престижной корпорации моды Дерига Хэмонда. Среди них оказались наши сестрички-близняшки Чарли и Лейли Хантер, руководители проекта Эндика Тортони. Разве не Тортони? Не Тортони? Его звали... Ну ладно, Тортони, по-моему, да? Объявляют ребятам, что только двое будут отобраны по результатам работы и поедут следующим летом в Нью-Йорк в качестве помощников знаменитого модельера. А что не в Россию? Почему бы и нет? Ну что, 6 баллов. Ну, 7-6 баллов, в принципе. Приключения сестричек оцениваются. Эти фильмы показывали еще, когда было все беззаботно. 2002 год. Это было другое время совершенно. И даже сейчас, пересматривая и первый раз знакомясь с этими фильмами, ты удивляешься. А что? Так было? А что? Так можно было? Это комедия семейная. С подругой, с семьей смотреть. Ну, может быть. Однажды в Риме, 2002 год. Лайки, подписки. Мы были и знакомились с сестричками. Продолжаем их приключения. Они были в Риме. Куда теперь отправятся они? Это интересный вопрос. Подписывайтесь на канал, на Яндекс.Зен. Летний вайк продолжается. Welcome back.